Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Вам нравится рубрика «Аниматроники гоняются за нами», и сегодня у нас будет намного веселее, нас будут поддерживать подписчики и немножко проигрывать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Это ты, что ли, Человек-паук? Да! Давай, залазь ко мне! Или не залазь? Так, попробую, ребята, спрыгнуть. Ну. Сколько здесь? Да что за жопа? Сейчас ну давай, попробую. Беги! А, вы меня держите за стра... Ух ты! Жесть, это что, был скример? Так, смотри, тут в углу аниматроник стоит, он мне ничего не делает. Так, нормально. Ах ты, смотри, пробежала мимо и не убила. Такой скример офигенный, мне понравился, Димас. Обезьянка такие щелканья, как мышка, да, издает, слышишь? Да, слышу. Ты кто такой вообще? Давай, до свидания. Не забывайте подписываться на канал, а мы выживаем. Ой-ой-ой, там кто-то, короче, на мечах дерется. Что за так. Звуки? Ого, он быстро бегает. Кстати, нормально получается, он за мной увязался. Так, уже стол вистит, значит, кого-то замочили. Ой, вот, прямо тут подбирает. Колокольчики. Ой-ой-ой, Фредди побежали и Чики. Ух ты, да как? Просто все тут их очень ого, много. Димон, ты псих, что ли? Да, сегодня да. Ты молодец, мне это нравится, люблю психов. Я хочу тебя спросить этот челлендж, попробуй не попасть на то. Все, Димон, ты проиграл, как и я. Не, нормально. Че ты так орешь грозно? Все нормально. Так, кричат. Успокойся, засранец. Все, я на лиане сижу чуть-чуть. Ой. Ой, я на крыше. Какая-то меня эта обезьяна убила. О, привет. Ой, я тебя знаю, да? Ой, я попробую туда запрыгнуть. Ребята, запрыгнули? Нет, попробую. А, легко. Он сзади шел. Задницей своей. Сейчас туда, я знаю, можно допрыгнуть. Что такое? А, аниматроник меня держит как будто. Да, есть такая штука. Есть. Как раз на замке. Это когда он как раз под тобой, Димон, находится. Ой, Фредди, я свой же. Ты что, меня не узнал? А, маска дома осталась. Димас, а как я выгляжу, кстати? Скажешь? Ну ты с той серии еще Спайдерменом остался, как а, и я. А, ты тоже, да. Ну, смотри, как я могу. Класс. Блин, не допрыгиваю. Фредди бежит. О. Там, смотри, Кэнди. Только она как-то странно бегает, как-то очень. Так, надо мне поставить кого-то. Так, ребята, очищай карту. Димон, ты живой? Что, подожди, да, я живой. Отлично. Ой, небо, смотри, солнце вышло. Хорошо. Да. Это из-за Кэнди, наверное. Так, сейчас я буду ставить. Много. Это много разве? Очень. Нет, Димон, это мало. Я пошутил. Ай, упал. Ай! Прям. Во, начинай. Ребята, я всего поставлю штук 50. Все, больше не буду. Да. 500 еще поставлю. Не, 50 штук. Ого, смотрите, вечеринка тут у них. Вот там я хочу, Димас, бомбу аж кинуть, но не буду, потому так, что у нас... Мы сможем... Челлендж. Я думаю, что в последней волне надо просто сделать использование оружия. Да. Оружие. Да. Так сказать, надо отомстить им за все хорошее. О, Димон, может нитроглицерина набросаем? Пусть они NPC набегают и будут... Ты, Димас... Ну что ты ржешь? Ха-ха-ха, они меня убили! А ты такой идешь, а он тебе прям в задницу. На, ножиком так. Так зачем в задницу сразу? Может, в спину? Ну, там спорный вопрос, на самом деле. Вау, мужики, вас тут так мало. Так, я иду, короче, туда вниз. А чё вы все позастревали? А чё они... Дима, два нитроглицерин бахнем. Да, наверное, надо им. Хочется просто... Они будут наступать, он по-любому взорвется. Ай, блин, испугался. На тебе за то, что ты не хотел их выпускать. Пацаны, вас... Ой, что такое? Да штрикайте его, это за то, что он с меня смеялся. Блин, все, я не буду больше. Ого, он прям ножиком махает, когда рядом проходит. Да. Так, пацаны, блин! Блин, это самая прикольная волна, что, не что ли? Ух, Димас, ай, блин, уж ты... Что за звуки? Да ты представляешь, сколько ты их понаставил? Так, пацаны, я оружие беру, но пока никто не берите. Да, пока что все берите, все. Нет, не надо. NTT, я помню. А где ты взял NTT? Где я взял NTT? Дима, глупее вопроса я еще не слышал. Вот, нитро, гри.
Ого, чё он сразу жахнул? Не знаю, видать, что-то это я, наверное, поставил. Ах ты, блин, мужик. Вот это взрыв! Это я был. Так аж этот искажается в воздух. Дима, хорош, ты сильно много бросаешь. Тебя убили? Да нет, вот тут еще куча. А, вот умный человек. Скрин, что ли? Скриншот? Ах ты, блин, ты смотри, какой хитрый. Что такое-то? Так. Ого, их еще тут, Димончик. Вечеринка черепиздриков. Побежали. Ах ты, блин, ими. Я же вас возродил. Ты как Франкенштейна, да, сделал? Только вот таких вот мелких. Ай, больно, кусаетесь. Так, о, больше не буду ставить, подлагивает немного. Ого, их тут. Нифига себе. Пикачу, бедный, слезай давай. Вот вам за это. Пошел. Димон сейчас жахнет, смотри. Кто будет на крыше стоять, придется вас скидывать. Смотри, нитроглицерин, 3 штуки. Я вижу, я подкидываю его, Димас. Подкидываю глицин. Глицин? Бум! Жесть, это классно. Смотри, Димас. Не надо, Димон, ну! Не надо! Бам! Сам Семен! Блин, это прикольно, как горячая картошка. Если ты его... О, Димон, может поиграем в следующий раз? В следующей серии на Е надо подбрасывать и на Е ловить. О, давай, если ты это не сможешь поймать, то все. Не, Димон, это мы, блин, да что не... Это мы сделаем в следующей серии, не надо в это все показывать. Следующий. Мы еще можем на поезде прятки сделать, у нас же поезд был классный, помнишь? Кстати, хорошая идея. Там же прятки, ой. Все, Димон, мы знаем, что будем в следующий раз в серии играть. Ой, короче, меня прям за ногу схватили и не отпускали. И убили. Так. Прыжок, давай еще один. Блин, да не тут даже. Я удалил всех аниматроников. Ага. Все, ребята, сейчас будет волна, где можно использовать оружие, но только огнестрельное. Взрывоопасное не надо, потому что мы все погибнем. Огнестрельное и какое-нибудь слабенькое, желательно так. Half-Life. Окей, босс. А что это такое, кстати, я в руки взял сейчас? Так, берем аниматроника. Ого. О, это монетка мощная, Димон. Монетка. Это ж я ее показывал в той серии в санбоксе. Она бесконечная, Димон. Не может быть. Да. Не может быть. Блин, Димас, такое оружие можно использовать? Нет, это же не то, которое я думал. Монетка. Все, ребята, сейчас будет волна, где будет спринтрапы убивать и мочить нас. Очень классный. Давайте, пацаны, оружие используем и веселимся. Димас, я стреляю просто. Ты можешь не просто стрелять. Ты видел, куда я уже пострелять начал. Я прям по 5 человек их кладю. Надо еще, прикинь, прицел уводить вниз, потому что очень жестко. Все, наверное, хватит. Я думаю, что 50 точно заделал. Так, снайперка. Вот что я взял. Бластер. Ого, это что вы там взрываете? Эй, отвали! Бегите! Кто живой? О, кстати, можно в голову стрелять, убивается. Довольно-таки неплохо. Ну, чё, кто еще? Димончик, смотри, как мы разошлись. Серебристый дробовик как-то стал. Все, наверное, всех, Димас. Нет. Да, всех. Я что-то никого больше не вижу. Так, ну что, может, Димон, ядерный взрыв или монетку затестишь? Монетку? Ой, давай ты аниматроников поставишь, я монетку затащу. Давай, мега-взрыв сделаем в конце, как мы любим. Мега-монетка. Мега-взрыв. Вот эта монетка мне очень понравилась. Мы уничтожители даже пишут. Так, давай, Димас, монетушка. Димас, ты устроишь там сейчас просто пекло чикенное. Чикенное пекло. Сейчас все будет, Просто яма из чик сейчас будет. Да. Чикиная яма. Приходите, ребята. Может еще мод скачать, типа не танцует, дискотеку сделать? Ну что, Димон, я думаю, достаточно чик. Все, поехали. Монетка. Ты ж меня не убей. Бум. Это чё вообще? Все лагает, аж офигеть. Нифига себе.
давай еще одну запущу такую. Бум! О, Дима не лагает. Это жахнуло. Смотри, сколько трупейшенов. Ничего себе не лагает, Дима, слагает. Не, так. Не лагает. Дима, ну как, 47, а 52. А, все, восстанавливается ФП. А, нет. Ой, нечаянно запустил еще. Ого, тут трупы разлетаются. Это было нечаянно. Так, это все фигня, Диман. Мне не нравится этот взрыв. Очень слабый. Надо нормальный взрыв сделать. А какой же ты хочешь? Вот такой. О, я вижу. Батомный. Бум. Ядерный. Да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.